Как в области реализуют задачи, поставленные в плане нации 100 конкретных шагов? Об этом сегодня говорили в Североказахстанском государственном университете имени Манаша Казыбаева. Там прошел круглый стол, который собрал порядка 20 человек. Это преподаватели, представители партии Нур Отан и неправительственных организаций. На встрече побывала Александра Салмина. Прозвенел звонок, студенты выходят с занятий. В Североказахстанском государственном университете учатся порядка 4000 человек. Здесь успешно реализуют реформы плана нации 100 конкретных шагов. К примеру, там вот правовое государство, да, там рассматривается вопрос о подготовке кадров полиязычных. У нас, да, в университете имеются полиязычные группы, как в бакалавриате, так и в магистратуре готовим на трех языках. И по другим, вот верховенство закона. Для того, чтобы верховенство закона было в обществе, да, для этого нужно очень... Квалифицированные кадры, профессионалы должны работать. Да? Для этого мы должны улучшить качество преподавания на юридической специальности. Большое значение в реализации поставленных задач, конечно, играет кафедра Ассамблеи народа Казахстана. В университете учатся представители 50 разных этносов. Каждый из них должен быть частью одного государства, говорят спикеры, но при этом оставаться собой, сохранять свою идентичность. В этом суть четвертого направления – единство в многообразии. Обсуждают сегодня права и обязанности граждан, изменения в законодательстве. А еще рассуждают, как бороться с коррупцией. Это 13-й шаг. В первую очередь нужно искоренить ее среди госслужащих, отмечают специалисты. К примеру, по отношению к тем, кто попался на взятки, теперь применяют радикальные меры. Сейчас, не согласно новому уголовному кодексу и закону о борьбе с коррупцией, не смогут никогда уже пожизненный запрет на занятие государственной должности. То есть, если раньше по решению суда было 3, 5, 7 лет, да, к примеру, то в настоящее время уже с 1 16 года, то есть все, уже доступ на госслужбу, не только на госслужбу, но и в квазигосударственный сектор, то есть это бюджет, организация, все закрыто. Подробно сегодня рассмотрели каждую реформу плана нации. Сейчас главная задача, говорят участники встречи, реализовать все этапы президентской стратегии. Александра Салмина, Арман Джамангузов, новости МТРК.